Фипрониловый скандал в Европе не утихает. В ЕС запрещена не только продажа куриных яиц, но и всей продукции, для изготовления которой они использовались. Почему Бельгия, зная о проблеме еще месяц назад, промолчала? Выясняла Татьяна Лагунова. Яйца, а также майонез, куриное мясо и даже яичный ликер. Продовольственный скандал в Европе набирает новые обороты. Производители отзывают из магазинов всю продукцию, при изготовлении которой могли использоваться загрязненные фипронилом куриные яйца. А крупнейшие немецкие супермаркеты уже объявили, продавать будут только те товары, которые предварительно прошли лабораторный тест на фипронил. Замена всех яиц в супермаркетах – это правильный шаг. Конечно, это влетело магазинам в копеечку, но здоровье покупателей прежде всего. Впрочем, свое здоровье крупным супермаркетам доверяют не все покупатели. Выигрыши сейчас биопроизводители и фермеры. Я покупаю исключительно био-яйца, либо еду у местного фермера. Там продукция гарантированно чистая и качественная. Тем временем выяснилось, что власти Бельгии, а именно там начался фипрониловый скандал, знали о проблеме еще в начале июня. Но тянули время и не спешили информировать другие страны Европейского Союза. Якобы, чтобы провести лабораторные тесты и собрать больше информации. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».